дикие заросли ерги у нас летом. У нас в Истре ерги много. Вот есть такой участок леса, гектар 5, наверное, аномальный, где одна ерга. Ну, не одна, но кустов очень много. Вот она пошла уже. Тихонько. Но здесь не покажу я вам, к сожалению, кустов с черной ергой, потому что птицы съедают, они просто не дают ягоде вызревать. Конкуренция здесь очень большая. Наверное, все птицы с Истринского района сюда слетелись, чтобы попробовать ее. Ну вот через 2-3 дня выборочно можно собирать. И вот так вот, не кустищи какие. Вот так вот здесь весь лес. Не знаю, как так получилось. Разнесли птицы, что ли, или может быть... Даже не знаю, что сказать. Вот они целые прям. Целые заросли эрги. Вот здесь белая. Аж северная сторона. Вот с южной стороны там она будет уже черная. Вот так вот. Аж у нас ни черники, ни брусники нет, зато есть эрга. Очень много. При желании можно усобираться ее. Вот внизу она поспела. Птицам просто лень внизу ее ковырять, они на солнышке любят. Вот, как правило, вот мы внизу или с северной стороны собираем. Тут ягоды есть это. Вот так вот.